773 грамма. Таков улов победителя фестиваля «Чебоксарская рыбалка». Кто собрался на берегу Волги и какие заклинания помогали ловить рыбу, смотрите в нашем репортаже. Давай, ловись хотя. Ну, видишь, тебя снимают, а ты не уходишь. Давай, будь фотомоделью. Кусает кто-то, подклювки есть. На фестиваль «Чебоксарская рыбалка» многие пришли семьями. Алексей Ржавин решил развеять расхожее мнение, что на рыбалку нельзя ходить с женой. Они пришли вместе со Светланой, да еще и дочку с собой взяли. Юлиане даже сон приснился ночью, что она поймала большого сама. Теперь, несмотря на мороз и ветер, буквально заговаривает рыбу, чтобы попалась на крючок. Ловить рыбку не маленькую, не среднюю, а большая. Рыбалкой женская часть семьи Ржавиных увлеклась года два назад. Светлана рассказывает, что зимняя рыбалка ей очень нравится. Азарта больше. Сидишь и ждешь, когда же вылезет. Да вот ждем, никак не вылазит сегодня. Видимо, маленькие и мелкие кусают. Правда, на этой стороне рыба никак не ловилась. Прикормили ее, видимо, ближе к берегу. Геннадий Кожевников вытаскивал окушков одного за другим. Сейчас еще поймаю. Рыбачий, говорит Геннадий Анатольевич, сколько себя помню. Без этого не обходится ни один выходной, ни летом, ни зимой. В чем секрет удачной рыбалки, он так и не раскрыл. Ну, черт его знает, почему-то. Ну, люди тоже ловят, по-моему. Я не один же ловлю. Нет, ну вы, вам почему везет конкретно? Юля, пошли сейчас. Тут надо заветное слово. Какое? Ну, вот секрет. Секретное заветное слово помогало многим. Концентрация конкурсантов на один квадратный метр вокруг удачливых рыбаков возрастала с каждой минутой. О том, куда деть улов, рыбаки не волнуются. После взвешивания многие забирают с собой. Кошку нам дам. В саду у нас кошек много. Вот такую рыбу. На уху можно, навар ерши хороший. Владимир Саптеев в конкурсе рыбаков все же смог опередить Геннадия Кожевникова. Результат победителя – 733 грамма. Он же стал обладателем главного приза – телевизора. А в это время на берегу уже готовили уху. Пусть и не из пойманной рыбы, но повара столичных кафе знали рецепт. Волжская уха у нас. Сейчас водички добавим еще как-то. Водку надо добавлять в конце варки с лавровым листом вместе. Вкусовые качества оценивало жюри. Уха из судака, щуки, креветок, лосося на овощном бульоне. Чего только не было в меню фестиваля. Понравилось все. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.